Подожди, давай я типа начну. Ты как бы продолжишь, кинешь на меня боб, а потом я заберу опять. Я уже кинул, большой и толстый, блядь, ебаный в рот, заебал. А где ты сейчас находишься? Территориально. Перед тобой стою, ёпта. Не, ну ты там вроде в Германию уезжал, нет? Я вот за что интересуюсь. Я сейчас в Украине. Депорт или по работе? Я в Украине дома, я готовлюсь для свадьбы. К свадьбе? Да, у меня свадьба летом в июле. Хорош, поздравляю. Что такое с этим баром? Бля, здоровье, терпение твоей девушки, конечно. Тебе сейчас третьего танка надо, потому что приятно спекнулся. А зачем тебе третий танк? Не знаю, зачем он спекнулся. Потому что зависит. Когда червей разводят, один с дебафом остается, а один бежит по рейлу. На червях два танка. Всегда два танка червей убивали. Ну там же может. Так это самый, слышишь? Меня у слышно? У нас есть суперский Луджанси, который может забрать. Меня слышно? Да. Это самый, слышишь? Я завис. Да я могу забрать. Я могу забрать с ДК, блядь, этого моба и пиздец, когда на нем будет дебаф. И все, нахуй, это третий танк. Я просто заберу с ДК сам босса и пиздец. То, чтобы медики за ним не побежали через лужу, короче, вот и все. Там обошли лужу аккуратно и пизда. Вся проблема в этом. Я захожу. Ну, я чувствую, бля, сейчас будет пиздец. Серьезных 50 попыток. Олег, ты тут? Олега нету. Олег думает, идите нахуй, пидоры заебали. Пошел я спать. Олег тоже нормально взял, кинул пати, подписал меня под гнилуха, а теперь, ну, ушел сам. Действительно, я сюда пошел не ради Олега. Я сюда пошел ради Войда. Бля, вот ты, наверное, единственный... Чувак, блин, стой, тихо. А, приятный спекнич танка. За которым я в натуре скучаю, блядь. И которого не хватает в рейдах, блядь. Потому что Джейми уёбок пиздит портал и пошел он нахуй, а ты нормально. Мандатик, майфрейм, раздай всем каски, войд холи, кресты, актул голы, кулаки. Давайте быстренько баф. Сейчас сразу рост дают. На, я тебе дам каплю, танчи еще третий стак. Я с ним и блин. На рану, 8 стак. Второй ловишь и бары заберешь. Канал подсоединяйте левую, декан правую. Вар заберешь потом с ДК, я скажу.
забрал, сори, сори. Лево, забери на себя кнопку. Он на мне и висит, нет? Ну, прожми, мы расставим. Должен отвернуться. Да он наставник не прожимается, блядь, ёб на мне, ёбан. Вар, забирай. Беги ДК по рейду. Убивайте. Поларион, поднимай ей баджи. Потом на маму прочитай хилик. Он как раз замерзнул сейчас. Мамы нет. Ну, Никон, я тебя поднял. Ты долго стоишь. Води из лужи. Я отвожу, отвожу, я вижу. Дайте каску, крест по друидам. Сейчас, только снял эту. Приста баф, инту. Не стойте с одной стороны хилы. Эти в куче хилы, сейчас вас всех нахуй заморозят, блять. Тупые, блять. Инвойт, красавчик, блять. Олег, ты в РК? Отойду, одна минута, надо срочно отойти. Смерти были, да? А, двое. Обидненько. Польте рецепт. Я потерял, нашел. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Дайте крест под друидом. Смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению!
получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Черт, забыл сказать вам успехность. Вдвоем потанчить. Втирайте в ворота, втириваем бусинку. Беги, а кто уголы? Глево. Все захилены. Играйте по вулкану. Дай сакру, прожмите чашки в поле. Дал все захилены. Да, дал сакру. Дайте, доиграйте по элементалям. Дрейф под босса. Не, 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 уже, блядь. Поведет туда. Кто там разлил лужу? Ты нас захил. Ой, беги. Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Ролич трофей. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! В следующем бою вы... Еще танк есть. Серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную. О, у меня у совы. Они хотели за... Чё посмотрим? Велик будет. Дайте сразу бафы по всем, кто падал. Каски. Плохие. Мелики усами. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, Декан, держишь пара. Рогу поддержит Фрейм. Пойдинг. Ты держишь рогу. Энха держит приятный.
И у нас остался еще ДК. Давай, Англия, спекайся в танка, поддержишь ДК. Мы сыграем по локу сначала. Помогу. Нет, давай по ханту лучше. Килов, контрольте. Та, друида. Мана, да? Нет, не шамана. Пало. Все, человек. Кружок, потом крестик, потом поставлю. Танк. Каску дайте по ханту. И поварам каски. Там каст с самого начала боя их не было. Джанси, притянешь кружок в рейд? Да, давайте начинаем. Стой, пожалуйста, тут. Моби дальше. Крестик. По ханту потом сыграем. Стоп. А, тут крестик. Тут крестика не видно. Крестик, он в центре бегает, хантер. Это звездочка. Играйте по ручку. Забери вару. Скалы его. Корный дом. Пойдите к нему. Он по вару сыграем. Хант, уйди нахуй. Ты агришь на себя моба.
Арт Вейдер, нахуй. Нахуя ты там, блядь, бегаешь, блядь? Там по роке играешь. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля лечения? Мне еще сундук не появился. Все впереди. Нас ждет битва с королем лечом. Полетит. Бля, дайте мне кольцо бездушной агрессии. Я буду агрессировать бездушно, блядь. Кольцо надо? Да-да-да, у кого кольцо бездушной агрессии? Только тебе надо, да? Да-да. Где-то там. Что вы, бездушные гомики, а, блядь? Мудрики, блядь. Так, да, все правильно. Давай, бери коноп белую, все остальные черные. На курсе. Там Джаспанк, можешь ему помочь вначале напулить. Или еще кто-то там. Тофрон. Прямо умеете. Погнали, всех. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Можешь здесь прям держать ее. Ее там задевали вторые. Бурики всякие. Рядом с первой. О, неплохо. Да. Верно. Снимаю и выйти. Давай быстрей. Дайте пулбаф по роману, по друиду. Берем белую. Берем белую, играем по черным. Сильно прилетает. Прилет. Да на вас белая сфера, ловите белый, черный, стараетесь не ловить. Черный тонкий, сейчас менять можно. Поменяли на черную и играем по другой. Никон, поднимай меня. А, лучше Фалари, ну ладно. Пол, блядь. Ну ладно, Фалари лежит. А, отхилилась? А, отхилилась, блядь. Наиграйте. Прискорбно, блядь. Берем черный. А, черный. Блеск не остановить.
Бросит трофей. Я просто одной хуйни не понимаю, блядь. Ты все еще сомневаешься? Ну вот, навали их, блядь, если хулипан перехилить, блядь. Этих самых, блядь, и друидов, так это пизда. Так, пробафы идти по новой. Андроидов, каску, крест. То есть добав инту. Так, тут вар. А, да, все хорошо. Ну давай, каноп слева половишь, вар справа. Воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю на... Кто умник с льды льдистым путем? Строили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Чего ты решил, что я умник? Ну можешь умница, откуда меня знать. Поставь тут тотем на какие-то отсюда природы. Гудел. Забафайте. Что? Кого? Там каску крест просит. Смотри с кем. Еще раз чек. Рыбу поставил, ешьте, на ком там еды нету, блядь. Каски, каноп бафни каску по друиду. Сука, я только что бафнул, блядь. На мне нету каски. Ты хочешь сыграть в шахматы? Кто будет поскорее до партии? Сейчас кинь. Не знаю, на майфрейм кинь. Хочет скрестить с тобой шпаги, блядь. Я буду шахматом. Да, давай, начинай ты как. Вы мне СС дали. Я убью, то вам всем пизда придет. Я сразу встанешь, тебя захилим. Будешь танчить. Должен был с другой стороны трэш сыграть. Дикий. Бля, я не отличаю, где лево, где право, блядь. Нет? Эти все слетели. Тэпи не моста. А вар ничего не тамтит, что ли, или что? Я хуй знает. Все, он там тамтит. Буду с другой стороны. А если бы ты лево-право не путал, было бы вообще идеально. Блядь, стань лицом, где у тебя правая рука, дебил, блядь. Там, где ты писюн свой танчишь, там... Не начинайте сейчас срач, давай убьем потом. Пейте. Заводите трэш под босса и зайдите в него массой, специально сыграйте все. Мол уже. У них сейчас по 10 стаков будет. Приятно, запеки. Бывать никто не умеет. Давай, Лоран, гин на ману, ставь туда. Кстати, починили в курсе. Блин, вся
Сейчас этот трэш еще заводите, убьем его и потом переведем. Ой, там, смотри, на тебе танки. Смотри, блядь, Ивар говорит, я танчу, блядь, у него с двух мобов. Сыграйте по трэшу, сыграйте по трэшу, не переводите пока, босс. Я сбил. А у кого ЭБР или КД? Поднимай. Дай рост. Релорана по Лариану, то есть. Передай. Дайте ему пристабав, главное, дайте. Анси. Гайя. Ну, далеко уж. Заводим или нет? Нет, нет, нет. Не рейда. Можете там присты кинуть им, сковывание, ретрики тоже. На них велика. Войда убил трэш, неплохо. У кого Берни на КТ, давайте БР Войда. Кирим танков, сейчас шаман. Кир, главное, декан. Добудьте без меня. Сейчас умрет. На мне, блять, висит 3 моба, на варе один, пизда. Поднимайте пока народ, я разным. Ты бы немножко попробовал потанчить варом, потом бы говорил. Блять, уебок, я танчил варом, сука, 4 года, нахуй, не рассказывай мне. Не надо, канал, погоди. Да, я вернул раздам. Хитрость упала, кстати. Тролльте эту уж. Ну да, но это вар солчата, так что... Вар солчата, поэтому... Вроде как вар. Так... Пизда, да? Покоритель, да, или чё это? Покоритель. Бля, я просто ваш рот ебал, блядь. Фу, сука, вара взяли, нах. А чем банист, ты какой-то токсичный чувак. Что? Чем молчат от нас отличается? Тем, что сука. Он с нами босс бил. Нахуй вы вообще его брали, блядь. Защитника руки. Сука, взяли в 25 гер одного пуга, унес сланы шею, блядь. Еще взяли пуга, еще что-то унес, блядь. Этот спину нахуй не берете, блядь. Вы что, сука, ебанутые нахуй. Слов нет, блядь. Был слот в рейде, вот я и взял. Сколько контенту лет? 8. Скольких чаров вы одели? Центу, блядь, 9 лет, блядь, так-то, ну. У меня 6 полностью, вот 10. Профей рольте. Да у меня тоже одетые, но лучше одевать людей с гильдии, чем каких-то, блядь, типов с алчата, ну. Если не хватает людей с гильдии, то, например... То лучше пойти в 24 человека, ебать. Не убить 24 тела, блядь. Да не брать пуга и одевать, сука, одного пуга всей гильдой, блядь. Кто тебе сказал, что пук не такой приятный, как бы... Войт, значит... Кноп, когда ты бываешь вообще не агрессивным, скажи мне? Я бываю, когда, блядь, пуги не уносят шмот с наших рейдов. Если там кому-то что-то надо, упало, что тебе пуги сделали плохого? Да просто, ну нахуй брать, уже, блядь, на этом КД, блядь, унесли, блядь, 3 бисовых вещи, пуги, блядь. Которые нужны нашим. И какой ничего ник? Это людей не учит. Какой ник пойти был? Бля, ну что ты завелся, Ваня? Открываешь вкладочку, гильдия, тут бродяг, процентов 80. Да, блин, кто-то на ИП или нет? Кому там что-то нужно, я не знаю. Есть, собираю, сложно, когда я собираю иногда геру, я смотрю, там просто жесть. Слишком сложно общаться тут. Давай говорят. Дробяшку паролем. Сейчас скину, подожди. Все одновременно говорят. Перекинь, пожалуйста, ЕП на кис, если не сложно. Ну вот, начисли мне на капу ЕП.
А по поводу Бука, Бук на каком месте у нас сейчас в рекаунте? За Full Wins 15 место, по-моему. Не, ну на боссе меня интересует. Ник его просто. А какой босс? Какой ник? Кригар? Да. Вот этот... Ой, на честный пожалуйста, одинка, у меня дом сейчас не включен. Скажи просто, или... Он ниже меня, тогда вы точно зря ему отдали. У меня ДК еще с камнями неправильно забит. Но это твои проблемы, блядь. Ты за 8 лет не можешь ДК, блядь, нормальные камни одеть. Ничего ты доебался.